не было? Я спрашивал кучу людей, кто действительно пользуется этими парковками. Ни одному из них не приходили штрафы, если он там, допустим, слишком поздно платил или меньше заплатил или что-то в этом роде. А как я уже говорил, несколько моих коллег даже принципиально на несколько часов машины ставили, им ничего не приходило. Так я хочу сказать, здорово, радуйтесь, что пока повезло. Еще вам не пришел штраф, конечно. Так, радуйтесь, там сроки уже вышли, срок давности привлечения 2 месяца. Но на самом деле вы пытаетесь прицепить. Значит, повезло. Я и говорю еще раз, радуйтесь, что так произошло. На самом деле это дает вам возможность еще раз организоваться, пойти оплатить парковку. Больше, я почему, Дмитрий, я спросила, задала этот вопрос ему. Ни одного штрафа не пришло пока. Сроки давности прошли, ну, у тех, кто, например, парковался. Мы изначально сразу же озвучивали при запуске проекта, что даем определенный адаптационный период для того, чтобы люди могли привыкнуть к парковке. Вот, и, собственно, вот, оказывается, в чем дело. Никаких, скажем так, таких драконских мер не вводили на тему того, что, потому что многие были к этому не готовы, мы это прекрасно понимали и так далее. Ну, вот, просто не в том ли было объяснение, что у вас не было физической возможности выписывать штраф? Физическая возможность у нас была. Мы сегодня пошли немножко другим способом, вот, но так или иначе, независимо от того, какие у кого возможности, я хочу еще раз сказать, у нас штраф за неоплату парковки от 1000 до 3000. И то, что сегодня кому-то еще штраф не пришел, есть возможность. Слушайте, а такой нюанс?